2019 год госкорпорация «Росатом» объявлен годом охраны труда, здоровья и здорового образа жизни. Во всех городах присутствия атомной станции концерна особенно пропагандируется спорт и активная жизненная позиция. Частью этого большого мероприятия стал забег атомных городов. С 4 по 21 сентября 2019 года эта эстафета проходит в 20 городах присутствия госкорпорации. В Десногорске этот спортивный праздник состоялся 8 сентября. Я хочу вам пожелать всем хорошего настроения, удачи и благополучия. Завет, посвященный здоровому образу жизни. Считаем открытость. Участниками стали те, для кого бег – это не только серьезное хобби, но и просто хороший способ с пользой провести время. А это как мужчины, так и женщины всех возрастов, так и юные горожане. Кстати, именно у детей это мероприятие вызвало особенный восторг. Участие в забеге приняло более 200 мальчишек и девчонок. Старт был дан для всех категорий участников поочередно. Предстояло преодолеть символичные 2019 метров городского маршрута. А с учетом прекрасной погоды в тот день, подобное испытание для многих превратилось в настоящее удовольствие. Хорошо, тепло, солнечно. Пробежать дистанцию можно было и всей семьей. Для этого была отдельная номинация – семейная эстафета. Это отличный способ укрепить семейный дух и воодушевиться на новые достижения. Сложновато, потому что пришлось бежать сначала лично, а потом еще через полчаса уже это. И тут пришлось бежать еще быстрее, чем в личном, чтобы сделать отрыв. И папа, и мама бежали? Конечно, папа, мама и ребенок. Отдельной частью большого мероприятия стала праздничная программа на городской эстраде. Тем, кто бегу предпочел прогулки, также было чем заняться. Предлагалось посетить различные мастер-классы, как спортивные, так и творческие. Участники и призеры забега атомных городов получили памятные подарки и заряд бодрости для новых побед. А все без исключения присутствующие – прекрасно проведенный выходной в любимом городе. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.